Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Амайн, с вами я, Амайн, и сегодня мы будем играть в Майн опять. Да, и как вы, я думаю, заметили, это другой мир. Объясняю ситуацию. Во время монтажа прошлого видео, ну, я думаю, вы его смотрели и поставили дизлайк, потому что в нем был ужасный монтаж. Это все из-за того, что у меня постоянно вылетал компьютер. Была какая-то дичь, и все было просто ужасно. И так, извините за посторонние шумы, но и вот как раз-таки по этой причине у меня не сохранился прошлый мир, но... Ну, во-первых, у меня есть топорик. Начнем с этого. И это очень классно. Кто не знает, что такое топорик, да неважно, в принципе. Скорее всего, вы знаете. Вот смотрите, я какой-то... Ну, скачал этот мод. И, кстати, у меня скачались какие-то другие непонятно прикольные моды. И все, короче, произошло очень непонятно. Так, ребята, в данный момент нам надо прописать команду. Один нюанс. Здесь никак... Ну, никаких подсказок, когда ты пишешь команду, нету. Но я хотел на английский, поэтому я все знаю. Так, нам нужен английский, да. Так. Where... Та-дам! Все, я все знаю. Мам, спасибо за английский. 3 года. И вот посмотрите, что? Что мы видим? Вы понимаете? До какой степени вообще сошел с ума Майнкрафт? Это Майнкрафт, ребята, это Майнкрафт, блин. Что это? Ой, извиняюсь. Это Майнкрафт. Вы это видите? Вы тоже это видели? Вы понимаете, это... Я не могу описать словами вот это вот все. Вот смотрите, вот это тут ветка, вы сами все видели. Если мы взлетим и упадем... Ой, извиняюсь, сейчас кривовато я упал. Ну, короче, эта ветка упадет. Короче, эта ветка упадет. Вам, походу, было плохо слышно из-за того, что... Блин, я забыл убавить громкость это в игре. Вот, смотрите. Что-то пошло не так, не по плану, и... Почему-то что-то пошло не так. Вот, смотрите, ребят. Не понял. Ладно, ребят, все произошло немного не так, как я... Как я это себе представлял? Ладно, окей. Вот наша площадка. Вот тут выход. Как вы поняли, ну я, в принципе, сделал практически все, что и должно было быть. Так что давайте продолжим это строить. Нам нужна, во-первых, глина. Ой. Так, глина где? Вот, обычная глина. Нам, в принципе, что еще может быть... Нужно. Берем глину и, короче, строим. Я думаю, то, что высота здесь будет вот такая. Я думаю, этого будет достаточно. Так что, ребята, погнали. Ой, ребят, знаете... Меня так сильно бомбило, когда у меня мир не сохранился. Это произошло буквально позавчера. И я такой, типа... А где мой мир? Типа, ла-ла-ла, все такое. Я как... По факту,
если вы начинающий геймер, то вы навряд ли это знаете, но я, поскольку начинающий, я тоже об этом узнала недавно. Что мир как бы сохраняется, что на телефоне, что на компьютере, мир Майнкрафта сохраняется вам в устройство, на котором вы играете. У меня, конечно же, какие-то данные из Ти-лаунчера сохранились здесь, ну, на компьютере, но я там не нашел все-таки мира, и это очень странно. Поэтому, короче, так и произошло. Ладно, не буду болтать, просто смотрите. Ребят, я думаю, некоторым людям будет интересно послушать некие такие факты об этом Майнкрафте. Потому что я, во-первых, офигел, потому что она как бы, эта версия получается старая, потому что здесь нет обновлений, которые были в прошлом видео, ну, поскольку у меня все вылетело. Но здесь есть какие-то вообще непонятные мне и вообще незнакомые мне какие-то мобы, и это очень... дико, скажем так. Тут какие-то... Сейчас, ребят, я вам покажу. Вам, наверное, будет интересно. Где? Я вот этого сейчас не понимаю. Где они? А, вот они. Вот банально возьмем. Я не знаю, кто это такие, но я лучше не буду это рисковать, мало ли мне все поломают. Я вот хочу. А вот, например, вот этого. Что такого может произойти? Это же просто. Это просто червь, ребят. А! Ты кто? Это просто полная дичь. Это неописуемо странно и страшно, что происходит здесь. Ладно, давайте пишем команду. Почему у меня русский стоит? Это очень странно. Так, time set, кто не знает. Ноль и все. Сейчас раннее утро. Короче, погнали, ребята, дальше строить. Приятного просмотра, как говорится. Короче, ребят, вот я вот, как видите, сделал быстренько, простенько и без всяких таких штук, которые могли бы мне помешать. Так, давайте для понятия того, что где будет находиться, вот это, если что, выход. Ой. Да, вот это вот у нас будет выход, поскольку там...
конечно, взял размах довольно-таки большой. Я согласен. В этом я, конечно же, возможно, чем-то промахнулся. Предлагаю вот очистить от всего, что есть в инвентаре, всякой шняги. Все, очистили. Теперь давайте перейдем в Гренни. Так, ребята. Короче, что я хотел. Здесь пол тоже деревянный, как и на первом этаже. Только здесь он какой-то, ну, как бы это мягче сказать, ну, типа старый. Тут давно не было ремонта. И поэтому я не знаю, что бы выбрать. Предлагаю просто поискать. Что у нас есть в инвентаре? Хотя, стоп. Вот я просто сразу зашел, и мне кажется, еловые доски подходят прям четенько. И как вы думаете, вот этого размера достаточно? Кто не понял, о чем я? Высоты. Знаете, я бы поднял бы. Потому что мне так кажется, что лучше поднять. Ну, на блока так два, наверное. Наверное, это ключевое слово здесь. Так. Ну, как думаете, типа, будет вот... Ну, вот посмотрите, вот примерно будет как-то так. Вот именно вот высота. Потому что я слишком большой размах сделал для площади дома. Здесь, да, потому что я сделал все топориком и как-то не особо обдуманно. Так что, ладно, давайте все-таки поднимем на два блока. Приятного просмотра, ребят. Ребята, все готово, как вы видите. Вот этого, я думаю, вполне достаточно. И теперь давайте-ка мы сделаем здесь потолок. Потолок я, наверное, буду делать при помощи топорика. Конечно, я не уверен, что все сработает как надо, потому что еловые доски. Сейчас, короче, все попробуем. Я поставлю на паузу и вернусь к вам. Короче, ребят, происходит какая-то странно непонятная дичь. Если это можно так назвать. Ладно, короче, выделяем здесь блоки. Сейчас буду делать пол. Я отлучился, конечно, ненадолго. Так, где... Ребята, я совершил наитупейшую ошибку. Я просто забыл
поставить еще одну палочку. Майнкрафт, что ты творишь? Вот что это вон там? Это вообще, это просто супер классно. Ну, короче, вот у нас есть пол. Стоп. Есть нюанс, я забыл, где у меня дверь, да? Она вот здесь. Да, вот. Ну. Я не могу попасть в эту дверь. Все, мы в этой двери. Предлагаю в данный момент нам выпить зелье. Где зельки? Зелье ночного зрения, короче. Ё-моё, здесь уже эти твари, уроды, скоты начали спавниться. Ладно, давайте поставим освещение в Гренни. Так такового освещения нету. Я предлагаю как-нибудь сделать по-простенькому, типа факела. Ну, возможно, это только для начала. В принципе, я не могу знать точно, но просто, чтобы было во время стройки. Чтобы не было темно. В этом заключается вся моя логика. Почему вас так много? Вас просто нужно истреблять. Ну да, уничтожить. Это такие классные звуки в Майнкрафте. Я просто поражаюсь этому. Я не знаю, мой любимый моб в Майнкрафте раньше был, когда я еще просто не дичайше рубился в эту игру. Сейчас я чисто в качестве контента. Так раньше прям я постоянно, каждый вечер по полчаса как минимум играл в эту игру. Хорошие были времена, мне кажется. Ой-ой-ой-ой, что-то злока. Но в данный момент это работа, ребята. Это просто работа. Так, здесь слишком много людей. Я понимаю, могу прописать команду типа kill, чтобы все умерли, но здесь очень классный моб есть. Я хочу вам его в будущем показать, возможно. Возможно, ключевое слово здесь. А интересно, крипер вообще восстанавливает какой-то, нет? Ведь... ладно, давайте. Вот наш дом Гренни. Давайте вот, скажем так, обустроим вот эту вот местность. Вот это мы выходим. И вообще мне нужны блоки. Начнем с этого. Мы выходим такие из подвала там. Ла-ла-ла-ла-ла. Опа-на. Не понял. Такого я вообще не ожидал. Как здесь оказались? Ладно, пофиг, меньше копать, хотя я даже копать не собирался, в принципе. Ладно, это наш подвал. Предлагаю сделать ограждение. Да. Где они? Это странно, я их почему-то не могу найти. Все, ребята, все было уже найдено. Я
ребята, я докладываю обстановку, вы сейчас просто офигеете, смотрите. Что я сделал? Я просто топориком все урезал. Почему? Ну, вы сами видели, какой был огромный дом. Это просто невозможно. Ты. Ну, это уже просто наглость. Все, ребят, проблему исправили. Короче, дом у нас будет меньше. Как вы поняли, все, дом маленький, все, забейте. Тут мы выходим. И по этой причине, поскольку мы здесь выходим, я в данный момент сейчас сделаю вот так. Потому что я как по размерам дома все обучу. Ставим здесь такие ограждения. Ну, вы сами знаете, они в игре есть. Примерно вот так. Все, кайф. Теперь я предлагаю нам сделать... А что я предлагаю сделать? Нам просто нужно перейти в Грэнни. И все. Вот, ребят, го на этот первый этаж. Все, мы на первом. Что здесь? Вот, ла-ла-ла-ла-ла. Опа-на, опа-на. Окошко, окошко, примерно. Допустим, мы считаем примерно раз, блок, два, блок. Ну, типа, допустим, на пятом блоке здесь будет окно. Как бы сделаем это как-то так. Я что-то отошел здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Да, все, кайф. Где-то... будет вот так, но вы сами знаете, там какой-то некий приступочек был, поэтому сделаем так. Вот у нас были стеклянные панели, поэтому все круто, без всяких там этих мумий. Ах, как же я хотел это делать с домом. Правда говорю, хотел я это все делать с домом, но жалко. Толя бросил канал. Толь, может... Ребят, подпишитесь на его канал. Подписывайтесь. Со всех аккаунтов. Я хочу, чтобы он вернулся. Так классно было, собственно. Ах, ладно, допустим, здесь два... на третьем блоке, короче, здесь будет у нас это... Вообще, по факту, проще вот так вот найти. Мне нужен всего лишь-то забор. Это кто? Медуза выездил. Здесь шкафы есть. Фонари. Вы чё творите, Майнкрафт? Лампы. Светильники здесь есть, ребята. Базальт. Железные прутья. Все это моды. Мод один, мод, короче, со всеми модами. Так, мне нужен забор, да. Ага. Ребят, короче, я понял. У нас же как бы... К сожалению, не супер... Как бы это проще сказать? Не супер супер. Версия, то есть не самая последняя, поэтому, к сожалению, у нас так. Жалко, жалко. Ну что это? Так, это прозрачное? Нет? Ну, тогда все, ребят, тогда просто кайф.
все это непрозрачно. Да, ребят, все, тогда все реально классно. Сюда мы тогда, ребят, поставим. Алло, у нас тут моды на модах. Мы сюда поставим эту тумбочку. Вот, ребята, тут прям изи-изи. Тумбочка, тумбочка. Там она была светленькая, поэтому мы поставим вот такую тумбочку. И я думаю, будет все классно. Там, конечно, наискосок стоял, но мы в Майнкрафте. И здесь как... О! Это как вещичка для того, чтобы выбраться из Майнкрафта. Ой, из дома Гринни. Вот так, ребята, короче, все это происходит. Я думаю, что на этом можно закончить. А, и еще один нюанс. Здесь нельзя использовать скины на этой версии. Но зато тут офигительные моды. Вот по мне так вообще классно. И я еще не проверял, есть ли здесь оружие вообще. Так вот. Что это, ребята? Это рукавицы плотяной. Чё? Офигеть. Палка какая-то замораживающая. Ребята, это просто все моды в одном. А если вот так? А, автомата нету, ладно. Ну и автомобилей тоже, но... Это просто кайф. Ладно, ребята. Надеюсь, во время монтажа с компьютером ничего такого происходить не будет. И поэтому... Ребят, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Пока.